Мы знаем, что чудному и радостному воскресению Христа нашего предшествовали Его страдания на Голгофе. Об этом стих. «Иерусалим, столица мира, ты в блеске злата воссиял, как ты воздвиг престол кумира, а Сына Божьего побрал. Ведь Он пришел к тебе с любовью, с открытым сердцем и душой, а ты теперь обрызган кровью Иисуса праведной святой. Что сделал Он тебе плохого? Зачем ты бил Его так строго? Зачем ты руку поднимал? За что на крест Его отдал? С тобой делился Он, как с братом, всем тем, что дал Ему Отец. Зачем ты дал Ему проклятие? Кому ты сплел такой венец? Одумайся, Иерусалим, пока еще Он не казнен, ведь Он Отец, твой царь Салима, а ныне так тобой презрен. Толпой Иисуса окружили, на крест в растяжку положили, загнали гвоздь, удар второй, и полилась кровь струей. Плотнее ноги придавили, чтоб гвоздь не соскочил тупой. Еще удар сильней прибили, Христос качал лишь головой. Когда тяжелый крест копали, то гвозди раны раздирали, и кровь еще сильнее лилась. Вечерняя заря зажглась, на небе звезды появились, померкли солнце и луна. Внезапно сумерки сгустились, и стала ночь темным темна. Страна родная, Палестина, обетованная земля, прими поклон последний сына, Он шлет тебе, главу склоня. Поклон за то, что приютила, кормила, грела и поила. Поклон за то, что приняла здесь на Голгофе у себя и напоследок подарила 4 ржавые гвоздя. Прости за то, что беспокоил и мирный сон твой нарушал, когда один ночной порою к Отцу Небесному взывал, что нарушал твои субботы, что доставлял тебе хлопоты, когда болящих исцелял и помощь слабым подавал, что простирал к тебе он руки, что в храме торг закрыл. Прости. И в этот смертный час разлуки за все прости и отпусти. Так смерти хладное лобзание святое тронуло чело. Рубцами, ранами терзанье оно под тернием расцвело. Молчат уста, недвижны брови, застыли мертво капли крови. О, смертный ужас, ты таков, как тяжек гнет твоих оков! Давно ль звучали чудо речи, давно ль покой несли уста, а ныне яд греха на плечи проклятием давится креста. В очах огонь погасшим светом, так заклана любовь завета за 30 звонов серебра. А сколько ласки и добра дарили руки дорогие, теперь же все прошло, как сон. Чтоб дать нам небеса благие, Он принял этот смертный трон. Когда же завтра-то начнется? О, как томительная ночь! Она уже ли не прервется? И сон бежал куда-то прочь, а мысль плохая все крадется, и сердце все сильнее бьется. Друзья, враги, никто не спит, вся стража на чеку стоит, как будто вся земля привстала на ноги, чтобы не проспать. Такого в жизни не бывало, чтоб труп в могиле охранять. Все так загадочно, тревожно, и кровь сильнее стучит в висках. А если правда, то не ложно, не потому ль находит страх?
А если все осуществится и воскресение свершится, куда деваться всем потом? Как быть тогда перед Христом? Меж тем рассвет уж приближался, как вдруг ударил сильный гром, подземный страшный гул раздался, и задрожало все кругом. Толчок, земля заколебалась, все ангел Божий прилетел, гробница с гробом зашаталась, и камень схода отлетел. Бежала смерть, ее не стало, и Божий Сын ожил, воскрес. Момент сей чуда наступил, он дивный и неповторимый, оригинальный и святой. То воскресение Божья Сына, то значит, что Христос живой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Аминь!